Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о том, как красиво оформить пост ВКонтакте. Но на самом деле тема шире, и эти знания пригодятся вам в любом сервисе или приложении, который поддерживает вики-разметку, например, в Википедии. Боюсь оказаться профаном, но мне кажется, что именно Википедия запустила вики-разметку в массы. ВКонтакте подхватил эту технологию, и то, что вы видите, вот это меню и таблица, и вообще все это просто пост ВКонтакте, точнее страница ВКонтакте, и вы можете сделать то же самое. Это, кстати, хорошее руководство по Вики, ссылку оставлю в описании. Делал не я, поэтому на 100% за качество не отвечаю. Для того, чтобы добиться такой красоты, нужно сначала добавить возможность создавать страницы на Вики-разметке. Это делается здесь. Да, Вики можно пользоваться только в группах. У меня есть тестовая страница, на которую подписан один человек – я. Итак, в управлении сообществом в разделах вам нужно включить материалы. Теперь на главной у вас появилась закладка «Свежие новости». Это отдельная тема, что это и как это оформлять. У нас задача просто создать красивую страницу у себя в группе. В свежих новостях уже включена поддержка Вики-разметки и есть визуальный редактор. Что такое Вики-разметка? Это те же теги, только простые. Кстати, обычные теги Вики тоже поддерживает, но не все. Она их понимает и переводит в формат Вики-разметки. Болт у нее — это тройные кавычки, если есть такое слово. Изменения нужно не забывать сохранять. Итак, давайте сделаем страницу. Например, мы хотим сделать вот такую статью, несколько абзацев и видео. Неважно, что она простая в верстке, главное понять принципы, дальше вы уже сможете сделать страницу любой сложности. Итак, сначала нам нужно создать страницу. На первый взгляд это делается странно, но, наверное, это действительно самый простой путь создать страницу. Поскольку по заверениям название страницы индексируется поисковиками, называть страницу 1, 2, 3 не стоит. Это будущий тайтл. Мы создаем ссылку, вставляем название в двойные квадратные скобки. Квадратные скобки в Вики — это ссылка. И переходим по этой ссылке. Ага, отсюда он не перейдет, это режим редактирования. Нам нужен просмотр. Вот. Переходим по ссылке и попадаем на страницу. Она уже есть. Нам остается наполнить ее содержанием. Давайте скопируем все, вставим визуальный редактор и посмотрим, что он подхватит. Подхватил практически все. Вот это брейк, переход каретки. Вот это ссылки. Все, что в квадратных скобках, это ссылки. Вот это значит, что жирный текст, болт. Оформляется ссылка так. Сначала идет URL, адрес куда, потом прямая линия, не знаю, как назвать этот знак, и якорь, слово в тексте, которое является ссылкой. Что еще нужно добавить? Ну, давайте нижнюю строку выделим пожирнее, как заголовок. И он у нас не подхватил видео, будем вставлять сами. Нам нужен адрес. Адрес находим здесь. Берем видео и смотрим в адресную строку. Вот этот номер – это ID ролика. Первые 8 цифр – это ID плейлиста, вторые – ID ролика. Вместе они образуют уникальный адрес. Для вставки в видео нужно его ID заключить в квадратные скобки и написать перед ID видео тире. Тут оно уже было написано в самом URL. Вставили, и вот такой результат. Маленькое превью. С этим, к сожалению, ничего не сделаешь. Размер поменять нельзя. Но можно вставить фото и сделать его ссылкой на ролик. Сейчас. Я заранее подготовил фото, нам нужно скопировать его ID. Тоже, кстати, вместе с фото тире. Тут многое в Вики-разметке оптимизировано именно для работы с ВКонтакте. И вот так, кстати, выглядит наша статья. Уже хорошо. Вставляем фото. Двойные квадратные скобки, прямая линия и куда фото ведет. На видео. Скобки закрываем, предыдущие удаляем. Класс. Фото вставилось, но очень маленькое. Меняем размер. Вот здесь. Не обязательно соотношение сторон, можно оставить только широкую сторону. Так, опять маленькое. А сейчас с соотношением перемудрили. Все. И вот так теперь выглядит... Нет. А, потому что там ссылка... Да. Потому что ссылка должна быть абсолютной. Сейчас. Видео. Копируем полный URL с HTTP, вставляем. Единственное, вот это можно убрать. И что у нас получается? О! Получается видео. Отлично. Но только он открывает его на новой странице. Так что вам решать, что важнее, красота или удобство. В принципе, можно вставить маленькое видео здесь, а здесь что-нибудь написать. Ну и все. У нас есть страница. Есть ее URL. Можем делиться. Эту ссылку уже можно удалить. Ну вот так.
страница готова. Вот такая простая и полезная вещь. Кстати, вики-разметка – это упрощенный HTML, и если вы ее освоите, то изучить HTML уже не составит труда. А там и PHP, SQL и добро пожаловать новый кодер. Все, любите друг друга, размечайте статьи правильно. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.